Ранее, как вы, наверное, помните, я уже снимал видео о том, как сделать квашеные огурцы на зиму. И там подробно рассмотрел этот процесс. Ну, а сегодня я хочу коротко рассмотреть, как сделать другой немного рецепт. Квашеные огурцы с огоньком. То есть, получается, остренькие, да, квашеные огурцы. И я думаю, тем, кто любит натуральные продукты, да, делать, кушать, да, то этот рецепт, думаю, пригодится. Для этого, помыв огурцы и положив их в банку, да, у меня 3-литровая банка, я залил сюда водой. Я обычно делаю в банках, закладываю, ну, можно и другую емкость использовать, конечно же, как вам удобнее. Залив холодной водой, фильтрованной, чистой получается, я добавил на 3-литровую банку 3 столовые ложки соли. Получается столовые ложки соли на литр воды. Теперь, как в обычном рецепте, добавляем лавровый лист, зонтик укропа или семена укропа. Чеснок. И для этого рецепта, который сейчас делаю, в отличие от обычного, понадобится перец. Красный перец. Пропорции, думаю, тут, наверное, уже на любителя. Для тех, кто любит поострее, делаем побольше. Для тех, кто любит не сильно остренькое, поменьше. Ну и, конечно, учитывайте свою семью, да, вы же не одни живете, да. То есть, кто будет кушать данные огурцы. У меня такой вот хорошенький, остренький рецепт. Да, и вот смотрите, вот допустим, конечно же, добавляем хреновые листья, то есть листья хрена. Вот листочек свеженький. И теперь смотрите, я сверху все это кладу. Наверное, заметили, что я прижимаю, да, лист. Том хрена, да, можно сказать, я их сверху положил. Как бы такое тоже прижим происходит небольшой. Свежие огурцы, они всплывают на поверхности. Если кто-то делал не в банке, да, а в какой-то другой емкости, наверное, замечали это. Поэтому всегда сверху нужно что-то такое тяжелое делать. И часто многие, уже кто давно квасит огурцы, они всегда сверху выкладывать травой, да, укропом, хреном и так далее, да, травами сверху. И это очень мудро. Почему именно? Почему это мудро? Потому что, и, кстати, нужно доливать доверху. Вот сейчас у меня воды, видите, мало. Вот если я так сделаю и оставлю, то знаете, что произойдет вот с верхними огурцами, вот этими? Вот этими верхними. Они в сопли превратятся. Буквально в сопли. И из-за этого испортится не только вкус самих огурцов, но это повлияет на рассол, который придаст всем огурцам вот такой неприятный вкус. Можно сказать, придется выкинуть банку. То есть, если вы не успеете, да, когда вот проверив эти огурцы, да, передастся это другим, то все, можно выкинуть банку. Ну, или в лучшем случае вот эти вот огурцы верхние. Поэтому доливаем всегда доверху. Тогда будет все хорошо. Все замечательно тогда будет. Поэтому мудрые люди всегда сверху выкладывают траву, которая немного чуть-чуть прижимает. Да, когда вода даже, да, если даже чуть-чуть вот ниже будет, да, где-то нет такой возможности, огурцы почти доверху. Всегда сверху будет трава. Да, и таким образом огурцы будут в воде. И будет все хорошо. Теперь
Мы оставляем данную банку кваситься от 3 до 5 дней. Ну, где-то примерно неделя, да? Но в среднем от 3 до 5 дней. Обычно 5-й день уже все квашение получилось, да, заквасилось, все замечательно, вкус хороший получается. Ну, тут можно проверить, просто на 5-й день можно даже огурчик вытащить и проверить. Хотя обычно, если более недели будет, то огурцы могут перекислиться. Это тоже особенность одна. Поэтому, если вы, например, после того, как сделались огурцы, если вы оставите в теплом месте и дальше в теплом месте, даже если там будет не так высоко, допустим, у вас было 25, да, а станет, скажем, 15, то тем не менее квашение будет происходить, может быть, чуть медленнее, но будет. И огурцы перекислятся, они станут настолько кислыми, что их невозможно будет есть. Вот что будет. Поэтому после этого нужно остановить процесс кисломолочного брожения. А это мы сделаем с помощью кипячения данного рассола, который будет. Поэтому сейчас я долью доверху воды еще. Прикрою крышкой. Да, или можно даже вот так вот прикрыть. Просто отму. Да, вот. Кому это не нужно. Да. И поставлю кваситься.